думал, что меня будут хейтить жестко, блядь. Все будут говорить, что я снич. А потом я объяснял ребятам, что все норм. А потом, спустя пару месяцев, блядь, все начали ебашить Казик бесплатно даже, блядь. Ты представляешь? Чат, чтобы вы понимали, ну вот, примерно, чтобы вы понимали, я не взял рекламу рейдов, а я за 2 часа мог купить машину, как у Славы, и еще одну машину такую недорогую. Ну, такую недорогую. Недорогую, еще маме мог Range Rover 18-го года купить, где-то и волк такой. Сейчас буду собираться. Надо было брать, бро. Да не знаю, блядь. Блядь, чё ебаный нахуй.